Три пляжа в этом году в курортном районе благоустраивают в рамках программы комфортной городской среды. Мы информируем наших зрителей о ходе этих работ. В предыдущем материале по данной теме мы показывали обновление популярнейшего на Финском заливе пляжа Ласковый. Сегодня демонстрируем, как преображается северный пляж на озере Разлив. Старт благоустройства произошел весной, и сегодня уже можно наблюдать серьезные изменения к лучшему. Изменения видны уже сейчас. Местные жители знают этот пляж как самый близко расположенный к жилой застройке на Приморском шоссе в Сестрорецке. Проект реконструкции Северного был выставлен на публичное обсуждение, и население города проект одобрило, внеся свои предложения, которые учел заказчик – государственная организация «Курортный берег». Для граждан пока территория пляжа закрыта, так как по статусу это строительная площадка. Но нам удалось оценить реализацию проекта на данном этапе. Сейчас уже почти полностью готов основной променад. Он получился компактным и удобным. Соответственно, небольшая территория этой зоны отдыха у воды. На пляже ничего фундаментально не делалось с середины 90-х годов прошлого века. Сегодня он меняется на глазах в сторону повышения комфорта для жителей. На данном этапе благоустройства мы можем наблюдать, что выполнено мощение пляжа, брусчатка. Также у нас ведется работы по монтажу детских игровых комплексов. Вот. И параллельно заводятся малые архитектурные формы, как мы можем наблюдать, лежаки, кабины для переодевания. Также изготавливается в данный момент административно-бытовой комплекс с душевыми и с туалетами. На пляж завозится новый песок. Вот. В этом году он отличается от песка, который завозили в прежние годы. Про песок на Северном – это вообще отдельная история. Этот пляж после проведенных работ вполне может претендовать на звание самого красивого в черте Петербурга именно из-за песка. Его необычный цвет для наших мест можно назвать настоящей экзотикой. Песок для подсыпки пляжей в принципе найти очень непросто. Добываемый на карьерах в Ленинградской области, в основном он больше подходит для строительных целей, поскольку содержит много мелких камней и примесей глины. Для подсыпки пляжей такое не годится. Однако курортному берегу все же удалось найти единственное место с песком превосходного качества, и это далеко отсюда. Но красота пляжа в Сестрорецке этого стоит. Данный песок привезен с карьера из Луги, да, это от Сестрорецка, там 200 километров. Вот. Соответственно, он отличается цветом, маленьким модулем крупности, вот, и как никто другой он лучше всего подходит для пляжей. Вот. В прошлые годы у нас тоже был завезен песок хорошего качества, но так как на карьерах меняются пласты с этим песком, с модулем крупности, то есть не всегда получается завести тот песок, который нам необходим, потому что его очень сложно найти. Вот. И в связи с тем, что вот на предыдущем карьере уже, соответственно, этот пласт прошел с маленьким песком, нам приходится его возить за 200 километров вот из Луги. Благоустройство на пляже Северный идет своим ходом и даже может быть с обережением. Вот мы здесь были последний раз полтора месяца назад и с удовольствием замечаем, что здесь уже практически смонтированы детские игровые комплексы. Замощена полностью вся пешеходная зона. А фишка, конечно, этого года – это вот этот песок. Он неприлично белый. Его сюда завезут почти 400 кубических метров. Конечно, придется в дальнейшем за ним ухаживать, и у курортного берега есть соответствующая техника для просеивания такого песка. Так что ждем с нетерпением середины августа, когда все-таки официально откроют этот пляж. Станислав Родионов, Юлия Фрункес, курортный район Санкт-Петербург.